Всем привет, это интервью на канале CivilNet. С нами на связи профессор Нью-Йоркского института в Абу-Даби Георгий Дарлуген. Приветствую вас, господин Дарлуген. Я приветствую. Господин Дарлуген, итак, вы, наверное, в курсе знаете, что уже вторые сутки продолжаются бои на армяно-азербайджанской границе. Азербайджанская сторона предпринимает немногочисленные атаки в сторону Армении. Есть десятки погибшие. Только что премьер-министр сообщил, что с армянской стороны количество погибших достигло 105. Ситуация достаточно напряженная. И это самая масштабная и кровопролитная эскалация на армяно-азербайджанской границе после 2020 года, после войны в Нагорном Карабахе. Все же, почему все это случилось и в чем основная причина, чего добивается Азербайджан, по вашему мнению? Ну, во-первых, это не эскалация, это продолжение войны. Война в 2020 году была не закончена, и Баку это остро переживает. Вот. Во-вторых, в тактическом плане это отчаянная попытка добиться своего, и это, конечно, преступление по международным нормам. Об этом мы тоже должны поговорить. А третье, напомню вам слова французского дипломата Талейрана. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Баку ошибся. В стратегическом плане это ошибка, потому что сейчас они беспокоились о реваншистских настроениях в Армении. Вот эти реваншистские настроения сейчас гарантированы. Трудно себе представить, как они могут быть предотвращены. И трудно себе представить сейчас, ну разве что с полным уничтожением там, или рассеянием армян. Не очень представляю себе, как это вообще политически возможно. Вот. А второе, это то, что Азербайджану, конечно, надо, очень надо получить сейчас, закрепить плоды своей победы 2020 года. Но вот то, как пытается это сделать Ильхам Алиев, эти плоды как раз таки подрывает. Потому что сейчас может многое произойти. Вот. Сейчас понятно. Я, вспомните, с весны, когда мы с вами разговаривали, да, я, наверное, довольно громко тогда звучало, может быть, странно, провозгласил, что Россия уже проиграла войну на Украине. Это было когда-то в марте, я сказал. Да, это было наше с вами первое интервью после военных действий на территории Украины. Ну, потому что там было понятно, что если не удалось провести это действительно как спецоперацию, это будет война, а война затянется, и это не может быть успешно для России, для российской армии, российского государства. И там сейчас назревают колоссальные проблемы. В общем, то, что происходит с тупиковыми войнами, то, что они производят, это называется обычной революцией, которая начинается как, может быть, дворцовые перевороты, как всякое, но ничего хорошего не может быть. В Баку, конечно, это видят. В Баку также видят, что Россия от них зависит. Мы можем только догадываться, в чем конкретно зависит, но явно совершенно, что Россия очень не хочет испортить отношения с Турцией и с Азербайджаном. Вот это все объективно. Вот сейчас момент вот, на их стороне. Ну, потому что понятно, что идет серый импорт, идет, наверное, серый экспорт или черный экспорт нефти, газа, не знаем. Вот что, узнаем. Вот. Западные разведки сольют, несомненно, они все это отслеживают и вполне сольют. Сейчас просто Западу очень неудобно принимать какие-либо решения по этой проблеме, публичные решения, очень бы не хотелось. Вот. Потому что, ну, не хватало сейчас среди приготовлений к зиме в Европе отказываться хотя бы там от там, 1,5-2% газа, ну сколько там. Всего. Но не хотелось бы, если уж сама Урсула фон дер Лейен готова была пойти на такое унижение, продемонстрировать знаменитую бесхребетность еврочиновников и проехаться в Баку, вот, и там вместе с диктатором появиться, вот, за столом, подписывая документы, вот, то понятно, что
люди тоже тут боятся за свое политическое будущее. Ну, вот, ну такие уж они еврочиновники. А тоже понятно, что долго это продолжаться не может. Европе придется принимать решения. Придется приобретать геополитическую субъектность. Мы же обычно говорим про геополитическую субъектность, потерянную Арменией. Но ведь геополитическую субъектность потеряла Европа. Довольно давно потеряли. Ну, понятно, что потеряли после 1940 года. Или как британский историк Джеффри Бараклау давно высказался в 1964 году, превращение Европы в геополитического карлика. Они это тоже понимают. Ну, есть там, по крайней мере, люди, которые понимают, что им предстоит судьба, которая когда-то постигла Республику Венеция, была такое раннекапиталистическое государство, город-государство, Флоренцию. Они превратились в комфортабельные музеи. Они карликами стали в новой... Когда-то же были очень зубастые такие генуэзцы, флорентийцы, это же были очень зубастые торговцы. Очень опасные геополитические игроки. Европа тоже такой когда-то была. Мы сегодня как-то даже забыли, какой кровавый это был континент до 1945 года. А с тех пор, да, Евросоюз – это клуб проигравших империй. И сейчас этому клубу очень требуется и дипломатическая, и военная субъектность. Военную субъектность, как это ни удивительно, они приобретают вот буквально сейчас на глазах, что многие, видимо, сейчас недооценят, буквально за прошлую неделю, в виде украинской армии. Вооруженные силы Украины становятся сейчас ну, таким щитом и мечом Европы. Вот, там очень не хватало активной армии. Ну, понятно, что не германский бундесвер это будет, и, наверное, даже не французская славная армия, потрепанная в колониальных боях еще полстолетия назад. А вот вам получается вот такая вооруженные силы Украины, которые, конечно, в НАТО не войдут, именно потому что они активно воюющие. Но это будет вполне натовская такая армия. Это ставит под вопрос вообще все расклады нашего района мира. И Азербайджану надо спешить. Конечно, правильно они делают, что спешат, но спешить тоже ведь надо с умом, и поспешать надо как-то медленно. Вот сейчас вот попытка, наверное, обезглавить Армению и дальше взяться за Карабах. Ну, очевидно совершенно, вот что дальше. Да, вот у вас есть окруженный Карабах со всех сторон, где почему-то сейчас не стреляют. Ну, потому что, по всей видимости, приберегают на потом. Вот, то есть главный удар будет в сторону Карабаха? Почти наверняка. Вот, возможно, другие удары по территории Армении, то есть... Ну, попробуй. Вспомните, Руслан Ухов, военный эксперт, вам же давал интервью, наверное, сразу после войны 2020 года. Он же тогда сказал, что это перемирие, это не мир. И если Армения будет готовить активно сейчас новую армию, по-моему, вы задали ему вопрос, а должна ли быть армия Армении профессиональной, призывной? Вот он ответил вам и то, и другое, потому что если вы не будете этого активно делать сейчас, ваша следующая граница пройдет в районе Джармука. Да. И сейчас по Джармуку бьют, кстати. Вот. Понимаете, ну просто это же как игровая доска, где понятно просто, куда будут бить. Вот, и что дальше. Вот сейчас тоже более-менее понятно, что попытаются занять какие-то высоты, значит, простреливать пути сообщения внутри Республики Армения. Вот, попытаются чисто военным путем, значит, попытаются, видимо, пробить коридор через Нахичевань, это будет еще большей ошибкой. Потому что, ну, не простить, не может простить ни Запад, ни, кстати, Иран тоже, ни Россия не могут простить успешного завоевания. Вот, потому что, ну, этого просто нельзя. Это слишком большое нарушение правил, это не по чину. А во-вторых, ну, дальше все будет зависеть просто от способности вас, армянских журналистов, в значительной степени. Вы должны бить в набат. Вы должны поставлять все эти картинки. CivilNet тут молодцы. Вот, работаете хорошо, и поддерживать вас надо по-английски, на всех языках Европы. Вы должны работать, ваши коллеги должны работать, поставлять картинки, истории, информацию. Ну, потому что, скажу вам честно, человек, ну, один из моих коллег, который, ну, имеет традиционно большие связи в Вашингтоне и в других столицах, в Брюсселе, как-то сказал, понимаешь, в Баку очень трудно посмотреть на себя в зеркало.
они такого рода режимам очень трудно понять, как они воспринимаются извне. Говорит, а извне ведь видно, что это режим еще более гротескно совершенно, чем, скажем, путинский режим в России, выглядящий. Это диктатура такая в квадрате семейная. Ну, просто, ну, когда президент Алиев награждает орденом имени Алиева вице-президента Алиеву, вот. Ну, больше на самом деле это без слов, ничего больше не надо. Ну, это понятно, но все это прощают Азербайджану, все это терпят, потому что там есть нефть, газ, и это все сейчас необходимо Европе. То, во-первых, этого не так всего много. Сейчас мы придем к нефти и газу обязательно, потому что как же без этого? Вот. Это вторая великая такая ошибка. А тут, как он сказал, значит, в Европе, да и в Америке, очень бы не хотели попасть в ситуацию, когда им придется выбирать между нефтью и газом и правами человека. И своими избирателями. А для них выбор вообще? Да. Потому что смотрите, как с Украиной было. Все очень похоже. Очень не хотелось делать этот выбор. Предлагали Зеленскому сразу же уехать, хорошо, вот создайте правительство в изгнании, мы вас очень жалеем, мы там какие-то санкции тоже введем, но не было особой решимости, даже не хотели верить разведданным, как мы сейчас понимаем, да, не было особой решимости, ну, очень не хотелось совершать этот выбор. Но если встает выбор между, скажем, то, что они называют европейскими ценностями, соблюдение своих собственных идеологических заявок. Это тоже важно, чтобы вы не чувствовали себя, ну, полностью нелегитимными. А с другой стороны, похоже, что шантаж, газовый шантаж, который пыталась устроить Россия, тоже не особенно срабатывает, потому что начинается подвоз. Посмотрим, конечно, как они переживут эту зиму, но после этой зимы очень похоже, что вообще приспособится. Ведь что, собственно, делает любой энергетический кризис? Он заставляет искать альтернативные источники энергии. Потому что это становится просто вот электромобили какие-нибудь становятся выгодными. Вот, это видят даже в Армении люди. И это означает, что гораздо быстрее, чем многие могли бы думать, видимо, наступает поликарбонатная эра, наступает после нефти и газа. Вот это будущее. А здесь тоже правильно, Азербайджану надо было бы спешить. Вот Азербайджан добился существенных побед в 2020 году при помощи Турции, вот естественно. Но вот почему время работает против Баку? Вот, потому что они привязаны к Турции, а с Турцией мы можем поговорить вот, отдельно. Турция двигается к чему-то очень нехорошему. Я не буду обозначать сразу сейчас перспективы чего-то нехорошего, но довольно скоро вот, что-то там будет происходить на грани гражданской войны, потому что господину Эрдогану нельзя проиграть выборы, а с другой стороны непонятно, как он их может выиграть. Вот, не прибегая к насилию, к подтасовкам, к своим частным вооруженным формированиям. Вот. А Азербайджан, как вы сами понимаете, сильно привязан не только к Турции, конкретно к этому режиму, и там есть личные связи. Вот. Так что тут будут свои проблемы. И главное это то, что будет через уже несколько лет с нефтегазовым рынком, вот, динамика куда идет. И очень часто, напомню вам так, что всплески старых технологий часто происходят накануне их исчезновения. Когда я объясняю это своим студентам, я говорю, посмотрите, какие парусные корабли научились строить в Англии к 1840 годам. Катти Сарк, знаменитые там, китайские клипперы. Это как раз было на грани того, когда парусные корабли стали исчезать и заменяться на безобразные пароходы. Сейчас мы от безобразных пароходов и паровозов, мы переходим теперь к новой какой-то энергетике. Она была такая полулабораторная, на энтузиазме каких-то экологов. Вот, но сейчас пошли большие деньги, политическое внимание, стало понятно, что этим надо заниматься.
А Азербайджан, ну, надо поглядеть, есть экономисты, которые подсчитывают просто, насколько азербайджанский бюджет от этого, это все держится в большом секрете, чтобы не надо было скрывать. Но только в этом году у них профицит довольно большой из-за высоких цен на газ. Да, да и да. Поэтому пользуются. И в результате они получат армянский реваншизм, европейскую дилемму. Вот, что им делать. И тут очень многое будет зависеть уже от армянской дипломатии, армянской пропаганды. Армянский реваншизм будет категорически зависеть от способности армянских военных переформироваться или гражданского общества переформатировать эту армию. Вот, вы просто видели, что смогла сделать вооруженная сила Украины. Вот, и как это работает, вот как это должно работать. То все более-менее сейчас понятно, что надо делать, понятно, нужна политическая воля. Вот, и третье, это то, что грозит, это серьезные геополитические подвижки, мы еще не говорили даже про Иран, про Израиль, вот, что там происходит. То есть в нашем районе мира идет большой замес. Армении, ну, все спрашивают, что делать, ну как что делать, тоже все понятно. Стиснув зубы, вгрызаться в эту землю. Там, где не можем грызаться, надо отводить своих, надо спасать людей. Ничего не подписывать, ни в коем случае. Вот, нафиг надо. Какие могли быть вообще... Понятно, что была какая-то там тактика, наверное, затягивания с различными переговорами. Вот. Ну вот сейчас просто вот все, карты легли на стол, пошла игра в открытую. Вот теперь уже и совершенно неясно, на что может рассчитывать Азербайджан, практически подготавливая этническую чистку. Вот речь же идет о подготовке этнической чистки. Ясно. Господин Дарлугян, такой вопрос. Армения обратился к ОДКБ, к России и Совбезу ООН. В Совете безопасности ООН Франция созвала специальное заседание. Но до этого было заседание коллективной безопасности, Совета коллективной безопасности ОДКБ, и было принято решение направить сюда, в Армению, миссию наблюдателей ОДКБ, что ожидаемо вызвало резкую, так, нервозную или негативную реакцию в армянском обществе. И сейчас в Армении обсуждается на уровне общества, пока что обсуждается вопрос, а стоит ли дальше оставаться в этой организации. Вот скажите, пожалуйста, почему данная организация принимает такое решение, а мы видели, что в начале этого года они все-таки на уровне этой организации было принято решение вводить войска в Казахстан, и это было сделано. И что и нужно делать? То есть выходить, не выходить? Вы этот ОДКБ в чем-то другом видели? До января нет. Выходить надо было давно, наверное. Или приостанавливать членство. Вот. Ну, до марта, до 24 февраля, скажем, или до 1 марта, 3 марта, скажем, этого года, еще можно было предполагать, что Россия слишком, можно было бояться. Вот. Теперь и бояться уже, и надеяться не стоит, и бояться не стоит, потому что ОДКБ – это Россия. Ну, мы же не всерьез говорим, что ОДКБ – это также Киргизия и Таджикистан, которые между собой тоже ведь ведут сейчас пограничные перестрелки. Это была мертворожденная организация, остается она. Сейчас она, ну вот, просто продемонстрирована, вот, что она ничего не стоит. Армения тоже явно ничего от этого не получает. Но и особой опасности нет. Ситуация ведь, особой опасности в том, чтобы поссориться, больше нет. Ситуация отчаянная, просто отчаянная. Вот. И необходимо предпринимать все усилия на всех направлениях. И жестко очень торговаться. Извините, мы теряем страну. Вот, скажу, вы нам не помогли. Вы нам отправляете комиссию по оценке ситуации. Бедный зась, который, не знаю, его можно только... Я его не знаю лично, его можно только пожалеть. Вот, которого подставляют везде, выступить с чем-то. С другой стороны, необходимо... резко активизировать дипломатию, включая добиваться на самом высоком уровне, и добиваться того, чтобы была предотвращена война и этническая чистка. Вот, то есть этого можно добиваться оружием, этого можно добиваться пропагандой, журналистикой, и этого можно добиваться дипломатически.
Все три очень нужны, потому что ну уж очень некрасивый получается там распад, расклад. И вот в этом была, собственно, ошибка Баку. Очень часто, когда вам везет в игре, начинается головокружение от успеха. Вот. Были выдвинуты совершенно максималистские условия. Было понятно давно, что Карабах в какой-то форме Азербайджан получит. Но на этом же надорвутся также. Вот это отдельная передача. Давайте поговорим лучше с экономистами, которые оценивают просто, что Азербайджан сейчас пытается вложить, скажем, в какую-то инфраструктуру, которая ведь никуда не ведет. Она ведет только к позициям какие-то. Это фактически рокадные дороги, так называемые, военные, для подвоза кого-то, опять же, к границам Армении. Но, извините, когда у вас кончатся эти нефтяные суперцены, вот, то у вас останутся дороги, которые ведут в никуда, мосты, которые и тоннели, которые не имеют экономического значения, аэропорты, которые не являются международными, потому что туда некому летать, вот, и незачем. А это типичные такие так, белые слоны, как это называют экономисты. Белый слон – это такой рапортоемкий проект, как говорили в СССР. А когда вот мы отрапортовали, мы сделали что-то такое обалденное. В Армении тоже этим занимаются, только денег таких нет, чтобы... Он тоже любит всякие фестивали проводить, вот, какие-нибудь приглашать чего-нибудь такое, чтобы можно было отчитаться, показать картинку. Так вот, это все будет висеть в дальнейшем на бюджете. А в Армении совершенно сейчас понятно. Наступил момент истины, очень трудный момент. Не знаю, как выдержит вообще политическая система. Вот и что будет. Это к вам вообще вопросы. В такого рода ситуациях тоже, как правило, происходят резкие смены. Не знаю на кого. Я думаю, что мы никто не знаем. Мы будем удивлены именам, которые появятся. А они появятся, я думаю. Это будут люди, я предсказываю, где-то в 30-40-летнем возрастных категориях. Потому что старики, может быть, опытные, но они слишком побиты своим жизненным опытом, особенно начало 90-х годов. Поколение 2000-х годов прошло через опустошение интеллектуальное и политическое. Но вот я просто встречаюсь с молодыми экономистами, с молодыми политиками армянскими. Ну, вы знаете, надежда есть. Кстати, среди них много женщин. И вот эти женщины, вот эти, те, кто вели всякие общественные движения за собой, в середине 2015, там, 2016 году, они ведь где-то тоже есть еще. Да? И они тоже они, набрались опыта. Так что я думаю, что сейчас момент мобилизации. Ну, как поется во французском национальном гимне, Марсельезе, вперед, сыны. И тут я скажу, сыны и дочери Отечества. Сейчас слава наступил, формируйте свои батальоны. Хорошо, спасибо вам большое за интервью, господин Даруглян. Рад, что у вас получилось связаться с нами. Еще получится. До скорого. Будем бороться и выживем. Обнимаю вас. Это был Георгий Даруглян. До новых встреч.